События последнего десятилетия в России и других странах мира показали, терроризм и экстремизм – это серьезный вызов всему человечеству. В 21 веке оно оказалось перед врагом, для которого не существует границ. Главная выставочная площадка России ВВЦ ежегодно принимает уникальную по тематике и составу участников выставку средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех». Этот престижный форум традиционно привлекает внимание ведущих российских и зарубежных производителей спецтехники и вооружения для правоохранительных органов и спецподразделений, чья деятельность непосредственно связана с обеспечением национальной безопасности. И в первую очередь с борьбой против международного терроризма, организованной преступности и охраны государственной границы. Представляемая на Интерполитехе продукция не какая-то научная фантастика, а действующие образцы, готовые к практическому применению. Внедрение в повседневную деятельность современных разработок приближает нас к достижению поставленной цели. Цель у нас одна – обеспечение стабильности, безопасности в государстве, жизнь и здоровье наших граждан, соблюдение прав и свобод человека. Интерполитех – это единственный в нашей стране выставочный проект, имеющий федеральный статус и значение, и одна из крупнейших выставок подобной направленности не только в России, но и в Европе. Не случайный интерес к уникальному форуму со стороны производителей, в том числе и зарубежных, растет с каждым годом. По статистике, более 86% участников выставки устанавливают здесь новые деловые контакты. Около 73% представляют новую продукцию или услуги. Интерполитех – это престижная выставка. И мы здесь, чтобы заявить о себе, обзавестись новыми контактами, познакомиться с продукцией конкурентов. Рынок и технологии развиваются, и мы хотим быть в курсе всех последних изменений. Знакомство с новыми технологиями и продукцией – основная цель более 82% посетителей выставки. Около 87% посетителей – специалисты отрасли. Наряду со специалистами выставку посещают представители государственных, политических структур, деловой элиты, организаций и ведомств, заинтересованных в обеспечении надежной общественной безопасности в своих странах. Я нахожусь под большим впечатлением от выставки. Очень много новинок. Считаю, что в настоящее время безопасность людей и государств напрямую зависит от того, сколько на вооружении спецслужб находится технических средств и насколько точно они соответствуют всем последним достижениям науки и техники. Только в этом случае мы сможем эффективно реагировать на все вызовы экстремистов. На Интерполитехе представлен широкий спектр продукции, начиная от разработок новейших видов специального вооружения и техники и заканчивая созданием автоматизированных информационных систем и систем управления войсками. Заявить о себе, получить информацию о рынке, изучить деловую активность конкурентов, продать свою продукцию или услуги – все это становится возможным для участников уникального международного форума. Результаты этой работы – формирование заказов и, в первую очередь, государственного. Эта выставка, она дает возможность, значит, показать последние разработки этой техники, которую мы производим, показать то, что на сегодняшний день есть лучшее на рынке, привлечь новых заказчиков, пообщаться с партнерами, увидеть своих старых конкурентов. На Интерполитехе в первый раз наше вот производство меня вообще впечатлило. Подержать в руках можно, попытаться прицелиться. Когда оно где-то лежит, это не так. А вот когда подходишь и берешь, как-то это более впечатляет. И не знаю, я не зря прошла. Стало уже традицией, что Интерполитех призван способствовать обеспечению коллективной и личной безопасности. А значит, это мероприятие, в проведении которого заинтересовано все общество и каждый гражданин в отдельности. У нас, как и у других, у нас есть семьи, у нас есть дети. Мы сами хотим жить в защищенном обществе. И мы не хотим, чтобы это общество принуждали к следованию чьим-то мыслям, и чтобы шум чужих мыслей забивал наш внутренний голос. –
Демонстрационная часть выставки выгодно отличает Интерполитех от многих мировых военно-технических салонов. Участники и посетители международного форума могут увидеть не только ходовые, но и боевые возможности новых образцов техники и вооружения, а также элементы подготовки специальных подразделений по борьбе с нарушителями общественной безопасности. Научно-деловая программа международной выставки «Интерполитех» представлена научно-практическими конференциями, тематическими семинарами, круглыми столами, презентациями, встречами и переговорами, в ходе которых осуществляется прямой диалог отечественных и зарубежных производителей, а также специалистов заинтересованных министерств и ведомств. Здесь мы имеем возможность обменяться информацией. Это позволяет нам как бы правильно ориентироваться в дальнейших путях развития, улавливать новое, что появляется у нас в разработке специальных технических средств, и что позволяет нам создавать ту технику, которая необходима для спецслужб. Ежегодно по результатам проведения международной выставки средств обеспечения безопасности МВД России и другие силовые ведомства отбирают до 20 наименований вооружений и специальной техники для опытной эксплуатации и последующего использования в своей деятельности. Более 45% участников выставки находят здесь деловых партнеров, а 96% производителей удовлетворены результатами работы форума. Ну, я надеюсь, что посетителям понравилось. Они действительно видят, что сокращение количества полицейских на улицах никак не повлияет на качество безопасности простого гражданина, потому что за счет техники, за счет информационных технологий, конечно, мы эту безопасность обеспечим. Можно сказать только одно о том, что российская промышленность по производству продукции военного назначения сделала шаг вперед. И те темпы, которые она набирает, позволяют выразить уверенность в том, что проблемы поддержания общественного порядка и безопасности государства будут решаться на новом, более качественно высоком уровне.